Я Филипп Романов, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, сверхновых звезд, новых звезд, астрономических транзиентов, кандидатов планетарной туманности, возможных двойных звезд, автор собственных научных статей по астрономии, в том числе опубликованных в рецензируемых научных журналах, участник собственными докладами нескольких крупных международных конференций по астрономии. Но уже 7-й год я вынужденно скитаюсь из-за беды в коммунальной квартире номер 210 в Москве, расположенной по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, где еще в 2017 году я лишился возможности беспрепятственного распоряжения своим единственным жильем, комнатой номер 2. Я могу и хочу приносить пользу науке астрономии, вносить свой вклад в науку, но мне негде жить. Мне нужна помощь. Я страдаю хроническими заболеваниями, в том числе пороком сердца и бронхиальной астмой.